Барометр. Так он у меня закрыт. Это вообще там не видно. Весь закутанный, там губка есть. Они плывут, в принципе. После того, как расколбасил, плывет барометр пожестче, чем обычно. Но вроде восстанавливается. Так. Так. Просто опускаем, поднимаем, крутим. Опускаем. Ну, все идеально. Резко. Так-ка. Ну вот, если резко туда-сюда, это тоже не сильно. Еще 30 сантиметров.